Лет 5-6 назад у жителей деревни Губкино появился замечательный сосед, который занимался вывозом мусора. Он-то и сагитировал всех за чистоту. За это время в населенном пункте сменилась мусоровывозящая компания. А привычка расставаться с отходами по всем правилам осталась. 2000 мы собираем в квартал с человека. Понимаете, в чем дело? Вот о чем разговор-то, собственно. Если бы все сдавали, может, это было бы и дорого. Получается так, что за счет кто-то сдает, кто-то не сдает. В деревне Губкино примерно 100 домов платят по счетам не больше половины. Резервный фонд, когда-то созданный старшими населенного пункта, иссяк. И совсем скоро платить за вывоз мусора будет нечем. Сразу несколько хороших новостей сообщили на собрании сотрудники городской администрации. Теперь жители деревни могут заключить договор оферты с Одинцовским городским хозяйством и таким образом немного сэкономить. Вывоз мусора на сегодняшний момент стоит 1177 рублей за 1 метр кубический. Но если рассматривать по нормам накопления, по квадратным метрам, как это необходимо с домовладения, это очень дорого выходит, если, например, существуют какие-то льготы. Это пожилые люди, многодетные семьи. И советом депутатам была принята одна средняя цена с домовладения. Это 400 рублей с домовладения в месяц. Заключить договор оферты просто. Достаточно оплатить квитанцию от Мосэнергосбыта, в которой уже в августе-сентябре появится графа «Вывоз мусора». Сделать можно это и в личном кабинете на сайте. Ответить на все вопросы готовы на Комсомольской 3 в абонентском отделе Одинцовского городского хозяйства. Впрочем, последних у жителей немало. Как часто вы будете вывозить мусор? По мере наполнения? Наполняемости контейнера. То есть кто будет за этим следить? Например, ладно, я предположу, непосредственно, мастер. Будет назначен. Ага, понятно. Теперь старшим деревни Губкино не придется вести разъяснительную работу с должниками. Необходимость заключения договоров на вывоз мусора и оплаты счетов будет объяснять специально созданная административная комиссия. А тем, кто откажется соблюсти требования закона, придется заплатить штраф 5000 рублей.